Итак, небольшие нюансы рассмотрим работы с той стороны, когда пока человек у нас лежит животом вверх. Если седалищный нерв, у нас проблема с ним, да, то мы можем повытягивать ногу, отведя ее под 45 градусов, развернем стопу и немножко вот подергаем во всех направлениях, влево, вправо, вверх, вниз, по кругу. Так вот разведи, в другую сторону тоже подергали. И после этого такой прием, когда мы прямо под седалищную кость, возле нее проходит нерв седалищный, помните, да? Откладываем свою стопу, чтобы был упор выше, да? И через стопу мы перегибаем ногу. Растягиваем. Вот. И еще есть интересный прием, когда вы прямую руку кладете на грудную клетку и давите, получается, на реберно-позвоночное сочленение с этой стороны, с какой находится рука. То есть практически в себя вверх. За счет упора об стол они тоже могут так потянуться, но это будет не траст в прямом смысле слова, когда хруст такой, щелчки, да, а мы услышим, как будто растягиваются сухожилия, они так немножко мягче, с таким звуком. Кстати, этот прием можно делать и самому себе дома, в домашних условиях, только единственное, что на локоть не давите, да, вот, на прямую руку, да, прямую, вот, и дави в себя, нет, не туда, а прям в себя, в стол. За счет того, что вы упираетесь той стороной ребер в стол, да, да, получается, да, вы вот их растягиваете, вы расшатываете вот эти вот позвоночно-реберные сочленения. Так, ну, такие нюансы. Можно еще лопатку вправлять, да, когда вот мы одну руку взяли, да, и вот ее вот так вот немножко вставили. Это такая вот верхняя часть грудного отдела, там где лопатка. Ну, вот такие нюансы, такие секретики мелкие. Вообще приемов больше 128, даже я не могу сосчитать сколько. Вы можете узнать только на тренинге у Олега Лафагудвина, поэтому не теряйтесь, подписывайтесь, находите в социальных сетях меня и приходите, самое главное, на наши тренинги, отрабатывать все на живой натуре.